О, Пресвятая Госпожа Владычица Богородица, выше есть и всех ангел и архангел, все твари честней. Помощница есть и обидимых, не надеющихся на деяния, убогих заступниц, печальных утешений, алчных. Господи, помилуй меня грешного. Не могу больше так, не могу. Ничто не дает сил. Ничто не помогает.
Отец Всеволод. Здравствуйте! А вас и не узнать. Постойте, куда вы? Мне с вами нужно поговорить. Отец Всеволод, постойте. Мне правда очень важно. Крыша уже едет. Что делать, я вообще не понимаю. Мне очень-очень нужен ваш совет. Я сейчас не могу, Виталий. Отец Всеволод, я не могу потом. Моя жена хочет еще одного ребенка. И каждый день мозг насчет этого выносит. Домой уже страшно возвращаться. И главное, я люблю детей. Но у нас их уже четверо, отец. Четверо. Мы живем в такой же, простите, нищете. Я после работы иду на подработку. А после подработки на еще одну подработку. И что мне прикажешь делать, если она пятого родит? Почку продать? Почему она хочет еще одного? Да потому что все четверо девочки, а ей хочется мальчика. Знаете, я и сам люблю детей, но это уже совсем бред. Когда Витка родила нашу первую. Витка? Ах, да, я же не знал. Есть такое женское имя, Виталия. Но я ее Виткой зову. Помню, когда я первый раз только узнал об этом, решил, что должен непременно с ней познакомиться. Ведь я сам Виталий. Но не знал, как. Ведь цветы, конфеты – это банальщина, верно? И тогда я помню, мне знакомый говорит, а ты на белом коне подъедь. И вы представляете, у его знакомого как раз был белый конь. Правда, от старости скорее, но… Простите, я же о другом хотел. В общем, я в отчаянии. Когда Витка родила нашу первую дочь, Светочку… Кстати, со Светой же тоже забавная история. Ведь я электрик, а она Света, понимаете? Да куда же меня все несет? В общем, после рождения Светы Витка сказала, что увидела вещий сон. Будто бы у нее родится мальчик. Я поверил ей, но потом родилась девочка. А затем еще и еще. В общем, мне кажется, Витка не умеет видеть вещи и сны. Но она так убеждена в этом, что ее никак нельзя переубедить. Я разговаривал уже со многими, и все как один. Мол, ну давай, сейчас непременно пацан родится. А отец Владимир вообще сказал, что дети – это святое, и надо непременно продолжать свой род. У отца Владимира есть дети? Нет, конечно. Почему вы спрашиваете? Да нет, ничего. Отец Всеволод, так что мне делать? Я дошел уже до того, что, мне кажется, я могу просто вот-вот покончить с собой. Да, я понимаю, что это страшный грех. И вы можете осуждать меня за такие мысли, но я как представлю, что мне придется еще хоть чуть-чуть немного больше работать, или не два, а три дня подряд жрать эти пустые макароны, то мне хочется прям удавиться. Отец Всеволод, почему вы молчите? Я думал, вы будете отговаривать меня совершить этот грех. Ну, напомните что-нибудь про ад и рай. Там, не знаю, будете уверять, что жизнь прекрасна и стоит того, а вы просто молчите. Куда мы, собственно, идем? Что? Это здесь? Да, моя жена и дочка.
отец Всеволод, простите. А я со своим лезу. Я ведь знал, что это здесь, ну, то есть я как-то не подумал, ну, то есть я забыл. В общем, Царствие Небесное. Я дочку крестить не успел. Валентина Михайловна, теща, все равно крест поставила. Младенцы безгрешны. Они не виноваты. Я виноват. Во всем. И в этом. И в том, что не помогал совсем. Что все время в церкви проводил. Другими занимался. И ссорился с ней. Она же тогда из-за этого гулять пошла. Но это же несчастный случай. Отец Всеволод, мне остаться или лучше? Виталий! А зачем тебе постоянно нужны чьи-то советы? Я не знаю. Мне нужна помощь. Ты считаешь, что я знаю, как тебе помочь? Ну, конечно. Нет, не могу. Я не знаю правильного ответа ни на один из твоих вопросов. Лучше ты мне сам ответь. Вот ты говоришь, что хочешь покончить с собой. И думал, что я буду тебя отговаривать. А что, если наоборот, я скажу тебе, убей себя. И дам веревку прямо сейчас. Ты убьешь себя? Убей себя? Прямо здесь? Ты что такое говорите? Так ты убьешь себя сейчас или нет? Нет. А если брат Владимир скажет, что тебе надо себя убить? Но он не скажет. Да или нет? Нет. А если твоя жена вас не увидит, что так надо? Нет. А если я скажу, что вы родили пятого ребенка? Не знаю. Знаете, наверное, я еще у кого совета спрошу. Зачем? Ну, наверное, потому что я хочу, чтобы кто-нибудь сказал мне, чтобы я не делал этого. Я не хочу этого. Отец Всеволод, спасибо большое. А теперь ступай. Нет, правда, вы всегда так помогаете. Спасибо, что вы Отец Всеволод, что вы тут делаете? У меня тут дела были. Мешать не буду. Постой. Пойдем вместе. А
как же ваши дела? Я решил, что их лучше оставить. Не мне, конечно, вас учить. Но дела надо стараться все же доделывать. А не ты ли у нас в храме полстены не дописал? Ну так я про то и говорю, что это совершенно ужасно, когда ничего не можешь закончить. Ну и вообще, это совершенно другая история. Тут все-таки вдохновение нужно, а я человек искусства. Искусство?